Всем привет! Сегодня мы будем делать хобби хорса. Вот у меня уже есть выкройка арабской лошади. Ну, для этого нам надо вот такая ткань плюшевая. Ну, я ее потом разукрасю в серый яблочный. Вот у меня уже нарисована заготовка. Ее надо будет вырезать. Ну, сейчас я вырежусь и включу. Я уже вырезала две вот таких половинки. Вот. Вот эти все три полоски будут, ну, вот так по ширине, чтобы она широко была. И четыре стороны, ну, ушки. Это чтоб, например, там середина картонку в ткань. И вот так, четыре уха. Ну, сейчас я их уже буду, наверное, склеивать или делать щелочки. Я сейчас сюда покажу. Ну, для того, чтобы делать щелочки и нос, ну, вот эти. Надо там вот клей, пистолет, изолента, ножницы. Ну, сейчас я пока включу клей-пистолет. Так. Так долго греется. У меня есть вот там бумага. Вот она. И для этого так надо и жмакивать, чтобы она была широкой, и клеить. Там уже отдельно носик покажу. Сейчас я уже сделаю носики, щечки, включусь. Я уже вырезала. Сейчас я на всю сторону и на ту. А чтобы оно было нос широкий, то надо вот эти кусочки вот так приклеить. Оно будет широкое, изолентой сверху. То сейчас буду клеить пистолетом. И даже нагреемся. Эти кусочки. И еще так. Орешь таки. И вот у нас для щелочек. Ой, для носика. Может, еще надо. Может, еще вот здесь. Вот сейчас уже будем клеить щеку одну. Я хочу, чтобы она вот так сильно торчала. А не чтобы такая была. Тут можно мало клея потратить. Это самое, ну, больше тратится на вот это, что ширина клеить. На собаку похож? Нет. Трохи позже будем века клеить. Ну, сейчас уже сделаем нос, щеки. Ну, наверное, вот это потом. Это у нас вся сторона. Бегается. Можно еще и вот эти штучки уставить. Можно еще делать тканевый хорсал.
Ще вроді якось по-другому ділають. Із поролона вроді, а зверху тканю. Ну, не очень виходить красиво. Лучше вот так. Ну, вот так. Еще надо. Сейчас он схватит. Такие, как у Яши, знаешь, щеки румяные. Все. По-моему, у тебя шире трохи. А ничего. Так, носик будем робить. Це в мене одні, так там вони закінчились, ось такі штучки. Взагалі, притулю. Ну, якось так. А потім можна внутрі їх чорним маркером. Ну, закрасить, бо красками буде вона не держатися, щоб потім к рукам приліпати. Не дуже хватається. Ще. Це просто намалювала і думаю, як це зробити. Всякі полосочки картонної. Ладно, мы уже сейчас доделаем и включимся. Вот я уже сделала заготовку. Сейчас буду клеить ткань. Я обвела уже одну сторону ткани. То сейчас уже буду другую обводить, вырезать и клеить. Сейчас я уже другую наведу и буду клеить. Я уже сделала щеки и ноздри. Вот я их обклеила изолентой. Тут картонка приклеена. Тут она такая широкая, чтобы было видно щеки. Ну, я не хочу блинчик. Це тут у нас веки будуть, тут дырочка для глазика, ну, ноздря, щоб, ну, просто для вида. І все, ротик такий буде. Зараз вже буду робити глазки. Вже зробила ключу. Вот я вже зробила заготовку, зараз буду клеїти ткань. Я обвела уже одну сторону ткани, то сейчас уже буду другую обводить, вырезать и клеить. Сейчас я уже другую наведу и буду клеить. Смотрите, сколько я уже сделала. Я сделала вот эту ширину, вот эту сторону. И обклеила тканью. Сейчас я уже, ну, обвела бумажку. Вот такой кусок ткани надо на одну сторону. Сейчас я буду уже другой делать сторону.
вырежу и буду клеить. Сейчас я уже обведу и включусь. Обвела уже. Вот так у нас вышло две стороны. Сейчас буду вырезать. Одна сторона, другая. Потом надо там, где глазки, вырезать и носик. Вот я уже почти вырезала. Вот я уже вырезала на эту сторону. Сейчас еще буду на ту вырезать. Я уже обклеила эту сторону. Сейчас я, ну, уже приготовила краски. Буду ее разукрашивать. У нас будет масть серый яблочный. Сейчас. Губы я покрасила в черный. Це Яша чирікає. Це, по-моєму, акварельні краски. Ну, взагалі, можна любими красити, но... Ті самі кріпчі будуть. Тут я зроблю потемніше. Ось, темно-сірий. Це я увидела фото в інтернеті такої лошаді і захотіла розукрасити так же. Це у нас кобила арабська. Красивенько уже выходит. Я полностью нос покрасю. Может, даже сверху. Светло-розовый будет. Такая мягенькая. Мне очень сильно нравится делать,
Ну, хорсов. Вот птичка. Расчерикалась сзади. У нас сегодня на улице не холодно и не жарко, просто так. То на днях было холодно. На камеру, ну, темнее там, где я покрасила. Ну, вообще красиво. Птица. Чирик. Потом я хочу где-то вот тут нарисовать типа такое черное пятно. Там тоже на картинке такое было. Сейчас я его все убил и возьму. Трохи смешаю. Птица. Все. Не темный вышел. Це у мене обичні ось такі краски, змішані з клеєм, щоб воно держалося і швидко висихало. То, якщо без клея, то краски можуть потікти. Сейчас я уже нас докрасю и включусь. Все, я уже раскрасила носик, но и не только. Ой, такая красивая лошадь с одной стороны вышла. Ну, сейчас я уже буду другую сторону клеить и также разукрашивать. Ну, потом я уже включусь, начну разукрашивать. Друзья, мы уже... Ну, вот там приклеила, сейчас еще и вот тут приклею. Да. Какая красунечка! Да.
Потом я покажу своего другого коня. Угу. То это будет по сравнению с ним очень красиво. Угу. Конь в орхидеях. А ты потом каким-то веревкой там замазываешь или чем? Ничем? Нет. Тканью можно залепить аккуратно. Скотчем. Скотчем, да. Ай, капает. Ничего, вытрем. На меня. Ты с двух сторон, да? Угу. Боже. Нагрела кошмары какие-то. Угу. Все. Зато красиво. Угу. 10 хорсов прослужит 2-3 года. Да? Ну, смотря, как часто вы с ним будете кататься, как часто от блох обрабатывать. Как мы с хорсом шкаф пару раз врезали. А, да. То синяк у меня потом был. Он брыкался. Да. То потом у хорса. У тут было. Угу. Вдавлено. За шкафа. Угу. Нос. То потом купить у коня. А ну что, показывай, как оно там. Так, друзья, ну что, вам нравится наш хорс? Подписывайтесь на канал. Хочу. Ставьте лайки. Да. А ну, Дашуня, еще раз покажи. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока. Всем пока. Всем привет. Сегодня доделаю хорса. Вот уже одно ушко пришитое почти. Сейчас я его дошиваю. Ты покажи, как ты его разукрасила красиво. А, вот так. Угу. Такой вот у нас хорс. Что тебе на почту пришло? Грива. Сейчас Дашенька пойдет за гривой. Да. Да? Угу. Ну, сразу ушки уже сделаем. И потом мы вам уже снимем, что у нас, какой хорс в конце получится. Да. Ткань не могу. Как ты делаешь ушко? Расскажи, что нам для этого понадобилось. Ткань, картон. Угу. Ну и клей, пистолет, и ножи, клеючие, горячие. Да, у нас весь стол в клею, но ничего, это все вытирается. Угу. Давайте, друзья, включимся, когда будем делать гриву, да? Да? Вот такое вот у нас ушко, я вам покажу. Она почти доделана, нитка закончилась, сейчас его пришью. Да. Почти.